Скажем, слава Господу, братья и сестры. Слава Богу. Мы вчера с братьями рассуждали на эту тему. Я говорю, вот, братья, вот человек неверующий живет, и вокруг него такой есть замкнутый круг проклятия. Вот, значит, он пытается порой вырваться из этого круга. Пытается, может быть, с понедельника бросить пить, или с понедельника бросить употреблять что-то, наркотики там, курить бросить, может быть, с Нового года, может быть, с Нового месяца. И время идет, и он все время пытается. Он все время ставит новый горизонт, еще один горизонт, и все время думает, ну вот с этого момента точно брошу. И так время идет. И человек пытается, пытается, и опять он оказывается в глубокой яме. И постоянно он, у него жизнь разваливается, что-то там, может, если семья была, разваливается семья, если дети, дети куда-то начинают расти беспутно и без воспитания. И человек оказывается в тюрьмах, лагерях, каких-то больницах, постоянно какие-то аварии, проблемы, и так далее жизнь длится. И он постоянно себе ставит новый рубеж и говорит, ну с этого момента в моей жизни должно все начаться, я буду стараться. И вновь приходит момент, и у него опять ничего не получается. И я хочу сказать, что так будет бесконечно. Это круг замкнутый, не получится с него вырваться, потому что это проклятие, под которым находится человечество. Но если человек, став на своем пути, скажет на коленях, Господи, прости меня, я хочу, чтобы это все остановилось. Приходит Иисус Христос и спасает, скажем, слава Господу, слава Иисусу Христу. И я говорю, братья, разве он не достоин того, чтобы мы говорили слава Господу? Разве он не достоин того, чтобы мы славили его громко? А проповедник выходит и говорит, скажем, слава Господу. И люди сидят вот так вот, серьезным видом таким, подтверждают свое согласие. Я думаю, братья, но мы в центре должны громко возглашать слава Иисусу Христу. Потому что он нас вырвал из тьмы. Может быть, кто-то и может так сидеть, кивать головой, но мы не так. Я хотел бы проповедовать на тему, я так назвал эту проповедь, «Он так не хотел». Он так не хотел. Буду читать Евангелие от Марка, 6 глава. 6 глава. И здесь повествуется о, значит, этой истории, когда царь Ирод заключил Иоанна в темницу. Я прочитаю 17 стиха. 6 глава, 17 стих. У кого есть Евангелие, можем читать вместе со мной. «Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его многое дело, слушаясь его. И с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице, проси у меня, чего хочешь, и дам тебе. И клялся ей, чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства. Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала, головы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря, «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас послал оруженосца. Послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. До сего места. До сего места. Вы знаете, в этой ситуации, не раз на эту тему проповедуется уже, в этой ситуации мы видим три такие, знаете, как стороны. Это Иродиада, которая злобилась на Иоанна. Это была, значит, такая женщина, которая жила в грехе и совлекла в грех Ирода. Она очень не любила, можно сказать, или тут написано злобилась, и можно сказать, ненавидела этого Иоанна. Это как, знаете, как человек, водимый тьмой. Иоанн – это Божий человек, водимый Богом, движущий небесным духом, говорящий от Бога. И Ирод – человек, который попал, слушал голос
Иоанна, слушал голос Бога через Иоанна. Ему нравилось слушать, здесь написано, он любил слушать, с удовольствием слушал. Но он очень еще любил грех и не оставлял этот грех. И дальше мы видим, что здесь произошло. Я не на эту тему хотел бы проповедовать, просто обрисовав ситуацию, хотел бы, чтобы мы ее себе представили. В определенный момент дочь Родиады, здесь написано, настал удобный день, человек не хотел оставлять грех, и этот удобный день настал, когда Ирод по случаю дня рождения делал, значит, пир, и враг душ человеческих добился своего. Вы знаете, и у меня такой возник вопрос, когда я читал это место в очередной раз, когда и этот Ирод спросил девицу, чего не попросишь, дам тебе. Как вы думаете, он думал, что так все кончится? Но по всему этому писанию, тексту, так не видно. Он, наверное, думал, она попросит денег. Он, может быть, думал, она попросит еще что-то. Он желал угодить ей, угодить своим вельможам, этому пиру, этому, знаете, такому блистательному собранию людей, богатых, знатных. Он очень любил Иоанна и слушал его со страхом таким, знаете, с удовольствием. Многое делал, написано, слушаясь его. Многое делал, не все. Вы знаете, я думаю, он не хотел. Он не думал, что так все закончится, когда сказал эти слова. И здесь написано, настал удобный день. Враг душ человеческих выбрал этот удобный день. Знаете, я недавно слышал такое свидетельство одного брата, который находился в свое время в узах за веру в Господа. Их везли этапом, значит, на поезде, в вагонах там, в товарных. И остановившись где-то в лесу, вывели их там, это военное время было, и заставили копать себе могилы. Перед этим, когда они выкопали могилы, каждый себе, их поставили лицом к этой могиле, спиной к солдатам, и спросили, вы отрекетесь от Бога, либо вы будете похоронены здесь. Поставлен был, как это называется, взвод, там солдаты были поставлены, взведены затворы орудий, прицелились стрелять. И брат, который свидетельствует, он говорит, я просто перескажу такое вот переживание, он говорит, что каждая клетка моего организма кричала только не в меня. И вы знаете, этот голос ихнего там старшего, он говорил, сейчас еще есть время, кто отрекется от своей веры, от своего Бога? И он говорит, у меня мелькали мысли, но у меня же дети, но у меня же жена, но сейчас меня похоронят здесь, в этом неизвестном никому месте, и никто никогда не узнает, но у меня останется ребенок, не один, у меня останется жена, которым тоже нужен отец, которым тоже нужен муж, которым тоже нужна забота, но насколько это сейчас правильно я делаю? Каждая клетка в этот момент кричит только не в меня, и вот эти все переживания, из могилы веет холодным, сырым, знаете, таким холодом. Еще раз спрашивает, кто из вас, последний раз спрашиваю, откажется от своей веры? И несколько человек отошли. Он говорит, я вздрогнул и тоже, знаете, стоял на таком колебании. Все дрожало, все тряслось, может быть, от холода, может быть, от страха. Это было очень ужасное переживание. И вдруг те, которые отошли, последний раз этот командир спрашивал, последний раз спрашиваю, еще кто будет? Я, говорит, не пошел. В этот момент, я не знаю, он говорит. Мне казалось, что в лице этого командира был сам дьявол. В этот момент он сказал, вы что думаете? Всех обмануть тем, которые отошли? Вот вам орудие, стреляйте в своих братьев. И докажите, что вы отреклись от своей веры. Вы знаете... Они начали стрелять, орудия оказались незаряженными, холостыми. И он тогда им сказал, вот вы теперь от Бога отреклись,
в своих стреляли. И нам вы такие не нужны. Расстреляйте их, а эти пусть идут, которые не отреклись. Вы понимаете? Я хочу сказать сейчас вот эту мысль еще раз. Это очень страшно, братья и сестры, я сейчас не проповедую на тему, что вот они такие там отказались и все, не на эту тему говорю. Но знаете, вот эту мысль подчеркнуть, это очень страшно. Господи, дай только силы в тяжелый момент жизни оказаться верным. Я вот лично боюсь таких событий, очень боюсь, я вам открыто говорю пред всеми. Но, Господи, я вот спрашивал сам себя и хочу спросить вас, как вы думаете, те люди, которые отошли, в этот момент о них думали, что так все закончится? Наверное, они тоже думали, что не так, потом я отойду. Он говорит, этот брат еще свидетельствует, я не досказал. Он сидел, он говорит, ну закралась такая мысль, я сейчас отойду, у меня же жена, у меня же дети, потом покаюсь. Потом покаюсь. Вот когда человек делает этот шаг от Бога, он, наверное, знаете, не планирует печального конца. Он, скорее всего, не планирует печального конца. Давайте вспомним Евангелие от Матфея, 27 глава. Когда Иуда отрекается или предает Господа, когда Иуда предает Господа, здесь написано с 1 по 5 стих, когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти, и связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он, Христос, осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам. Вот я читал это место Священного Писания, знаете, у меня опять мелькнула мысль. Возможно, Иуда и не думал, что так закончится. Но можно себе подумать, потому что здесь видно, говоря, когда он вернул им деньги, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. Он, бросив серебряники в храме, вышел и удавился. Я не знаю, что было в тот момент в мыслях Иуды. Мы сегодня не можем этого знать. И нигде не написано. Но мы видим то, что он, вероятно, сожалел о содеянном. Из тех слов, из того поступка можно увидеть, что он раскаялся. Но не поверил в прощение. Я не знаю, что было. Но я одно вижу из этого места Священного Писания. То, что Иуда не хотел такого конца. Он не думал, что так получится. Может быть, он представлял, что это Бог, что он опять как-то уйдет сквозь них. Там как-то, помните, были места, где Христос сквозь народ проходил, они ничего не могли с ним сделать. Может быть, он думал, сейчас деньги возьму, а Христос их опять как-то вот так пройдет сквозь них. И все, и деньги будут, и Христос живой. Такой предприимчивый предприниматель. Извините, такое словосочетание. Но не получилось. Он так, наверное, не хотел, чтобы закончилось. И когда он увидел, что так все получилось, он пришел в храм, в этот их никуда, где они были, и говорит, возьмите, я не хочу, чтобы так было. Я своими словами говорю. Я предал кровь невинную. Смотри сам, что нам до того. Братья и сестры, как часто бывает это у нас сегодня в жизни? Как часто бывает, давайте каждый станем перед Господом в своей совести. Вот у нас в центре это очень часто бывает. Очень часто бывает. Уходят люди, с ним беседуешь, с ним говоришь. Спрашиваешь, зачем? Я буду вот так, я работу себе нашел. И там уже договорился. И уже все, уже у меня и место мне дают жить где. Или квартира у меня есть. Или у меня дома там мама меня ждет. Ты же вернешься. Не вернусь. Я точно знаю, не вернусь. И он уходит. Вы знаете, ни один не планирует назад вернуться в грех. Это самое интересное. Такого, что я пошел осознанно колоться, или там пить, или, знаю, не знаю, грешить, убивать, грабить, там воровать. Осознанно такого нет ни одного. Но есть, когда приходит только день-два, он еще не освободен от наркотиков. Бывает, убегает, там понимание есть у него, что он пошел грешить. Но когда человек находится в свободе от греха,
и уже не один месяц в центре прибыл, и уже молился на иных языках, имел крещение Духом Святым, шел за Господом, ни один не говорил мне: «Я пошел грешить». Все время было такое, знаете, светлое будущее. Вы знаете, один раз был случай, когда одна сестра с ней беседовала так, и она говорила: «Будет замечательный у нас брак, замечательная жизнь, верующая сестра». Ей сделали предложение неверующий человек. И сегодня совсем другая ситуация. Она, вероятно, тоже не думала, что так все кончится. Тоже не думала. Можно приводить примеры. Человек затаил грех и решил, что, может быть, потом, где-то, когда-то, как-то Бог простит. И он с этим грехом живет. Я слышал свидетельство, что однажды во времена гонений на вечере, когда разносилась чаша, один человек упал замертво. И когда молилась церковь за него продолжительное время, пришел в себя этот человек, Господь поднял, и он признался, что неисповеданный грех был. Вероятно, тоже не хотел так, таил какое-то время, жил с этим и не думал, что в момент все изменится. Братья и сестры, вы знаете, это слово не угрожающее сейчас, но это слово для того, чтобы мы, каждый из нас, стал так пред Господом. Сегодня, сейчас, может быть, на этом месте есть те люди, которые зашли сюда на секунду, которые зашли сюда, может быть, ну схожу, уговорили, ладно, лишь бы не приставала мама. Может быть, услышали слово какого-то соседа или знакомого и зашли на минуту. И у меня еще есть время. Вероятно, ты не хочешь и не планируешь завтра аварии. Вероятно, ты не знаешь, что завтра в твоей жизни или послезавтра произойдет что-то. Если, может быть, сегодня ты что-то затаил, где-то грех, и не хочешь его открыть и вынести. Вы знаете, самое вот это вот, брат Вадим проповедовал на эту тему. Если бы мы планировали свои аварии, какие-то падения, какие-то несчастные случаи, но ведь никто из нас не знает, что будет сейчас, через 10 минут, извините, я говорю о собрании даже, потому что, знаете, есть такой проповедник, Чарльз Спержен, Спержен, он однажды на собрании проповедовал, было очень много народа, и балка перекрытия обрушилась. Там несколько десятков человек погибло. Никто не знает, что будет через минуту. Но слава Господу, мы верующие люди. Благодарность Иисусу Христу. И сегодня Бог, может быть, через это слово призывает. Если ты сейчас на этом месте, завтра может быть поздно. Ни один из нас никогда не планирует, что будет завтра. Он так не хотел. Не хотел так этот Ирод, чтобы закончилось его общение с Иоанном. Когда эта девица плясала, он ей клялся и говорит: «Проси, чего хочешь». Не хотел так Иуда. Не хотел так и те, не хотели люди, которые отреклись от Господа. Я уверен, они так не думали, что закончится их жизнь. Никто не планировал несчастья, бед и быстрой кончины. Но Бог знает, что завтра. Я хотел бы призвать, знаете, сегодня есть еще время. Сейчас, сегодня, на этом месте. Есть еще время сказать: «Господи, прости меня. Господи, помоги мне. Я, может быть, опять в этом круге, в этом порочном проклятии круге, в котором постоянно я планирую, что завтра, с нового дня у меня начнется новая жизнь. Может быть, с понедельника, с 1 марта, с 1 января, с 1 декабря у меня начнется новая жизнь. Может быть, с воскресенья». Дорогой друг, сегодня надо это сделать. Сейчас. Каждый раз, беседуя с человеком, он говорит: «Я брошу курить. Я планирую бросить курить. Я планирую родить ребенка. Я планирую. Да не ты и я планируем, но Бог, сущий на небесах, слава Ему. Братья и сестры, а мы идем по этому пути жизни, надеясь на милость Его и уповая на Его обетование жизни вечной.
И потому сегодня, сейчас есть время покаяться. Если есть на этом месте, может быть, те, кто хотел бы отдать свою жизнь Господу, поднимите руку, мы помолимся за вас. Если есть на этом месте, может быть, те, кто перед Господом стоит в своем сердце и видит, что нужно сейчас что-то сказать, в этот момент сказать: Господи, прости меня, может быть, я уже член церкви, прости меня за какие-то мои, может быть, неоткрытые вещи. Я пойду сегодня и сделаю это, я открою все, я хочу пред тобой быть чист, я хочу в небо войти чистым и святым. Аминь. Будем молиться.